Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так. Нанесите 30 единиц урона зомби-героям, разыграйте 3 баба и выиграйте зомби... Точнее, выиграйте игру взрывоцветным растением-героем. Разыграйте 3 баба. Так, мы еще с тобой за великануса не выполнили. Ну, давай, взрывоцветным это у нас кто? Взрывоцвет. Бабах, насколько я помню, взрывоцвет идет. И... Разыграйте 3 баба, было задание, да? Ну что, попробуем, ребята. Мы с тобой можем сразу 2 задания сделать одним персонажем. Ну, если выиграем, конечно. Колпак. Тот самый ночной колпак. Блин. Ладно. Яйцо. Кто там у него вылупится? Сейчас посмотрим, друзья. Ох ты, гаденыш, еще и добор карты берет. Давай так сделаем. Не знаю, там кто у него прячется. Не очень приятно, я тебе скажу. Может, бомбанем его, а, друзья мои? Это дело твое, парень. А мы сделаем. Блин, же бомбанет, ребят. Так, черт с ним. Сейчас срабатывает броня, он бомбит. Бомбит вот именно его, поверь мне. Но тут немножко по-другому, конечно, все получилось. Так, давай в блок. Шваркать ее или не стоит? Ну давай шваркнем так уж и быть. Ага. Так, ребятушки, я, наверное, сделаю вот так. И вот так. Хорошая карта, ребята, выпала. Хорошая-то хорошая, но... Так... Ага. Понятно, что тут в блок. Он его уничтожит. Вот так вот он стал делать. Если только превращать их, ребят.
Меня раздражает, что у него три блока, блин, срабатывает. Давай так попробуем. С картами беда, блин. Мне надо пробить, ребята, ему. У него последнее что остается? Хил, да? Насколько я помню. А, вот такая у него последняя. А, слушай, а разве хил он использовал? Я, наверное, сделаю следующим, ребята, образом. Так. Поехали. У него одна заклинашка есть. Интересно, блок сработает, нет? Не сработал, блин. А знаешь почему? Потому что гриба не было, блин. Знаешь, какого гриба не было? Сейчас покажу, какого не было гриба. Идиотского, блин. Которого ждешь, ждешь, он никогда тебе не выпадает, когда он нужен, блин. Пипец просто, блин. Вот. Четыре штуки. Четыре, ребята, штуки этих, блин, дебильных грибов. Хоть бы один выпал. Нет? Зачем тебе гриб, парень? Без гриба обойдешься? Всякое дерьмо выпало, извините меня. Ну, только не то, что нужно. Поехали. Вот из-за того, что он не выпал, ребята, этот гриб, ничего и не вышло. Ну, три бобовых разыграли, фиг с ним. Сразу сдался. Блин, ну пипец, ребята. Ладно, давай последнюю попытку. Потом пойдем за Великануса играть. Вот за этого хламона. Ну что это, ну? Ставим так, наверное, пока. Удешевляет, друзья мои, удешевляет все. Я сюда на воду поставлю, наверное, да? Всякие доборы. Ну, сейчас, ребята, я думаю, отыграемся, наверное. Должны. Хм. Ну, сейчас поставить сюда кого-нибудь. У него же есть этот хламон. И заморозку, да? А, капкан. Не очень, конечно, приятно. Ладно, фиксим. Ой.
Будем превращать, наверное, да? Друзья, я... или как? Да и дрен, блин, блин. Поехали. Так, он шаманство. Что-то ему что-то нужно, ребят. Так, ну этого ставить все равно, ребята, мы с тобой успеем сделать. Давай сюда вжарим, чтобы он просто портал не взял, ребят. А, он же все равно возьмет портал. Че, надо было? Черт знает, что тут надо было. А у меня не хватает здесь. У-у-у. Зато сейчас этих разберем. Причем всех. Блок, правда, сработает у него. Ну что? По-моему, ему крышка, ребят. Да. Ладно, друзья мои. Выполнили мы все эти задания. И... Угу. Так, ну что, теперь... За великануса пойдем бомбить или как? Вначале, наверное, сделаем ежедневку. Безумные правила вот эти вот. Так, при уничтожении растения или зомби случайный противник получает одну единицу силы. Так что вам тут поможет стратегическая колода травяного кулака. Полный бедлам. Ой, друзья мои, не знаю, что там поможет. Полный бедлам или полный шафран. Против... ржавого разряда. Да ну нафиг. Да, друзья мои, что-то бред какой-то выпал. Но на одного-то я тратиться не буду, это однозначно. Ведь 100% у него сейчас камень будет, ребят. Вот, вот нету. Так, если вот этого хмыреныша поставлю, он... Он же даст мне... Хрен там он что мне даст. Смотри, что у него, а. Нет, 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 парень, ты тут извини.
Ботанку он сюда взял, ага, конечно. Давай так вот сделаем. Оп, сразу здоровится пошел. Ха, восполнять, сыкунок. Карты добирает. Ну ничего, ничего, ребят. Угу. Раздавил бедного. Ладно. Все что-то хочет, все что-то хочет, все что-то там вытягивает, гаденыш. Так, 6 и 8, ребят, это 14 урона. Ой, ой, как хорошо-то, ребятушки. Ой, как хорошо-то. А если у него бонус на атаке? Я надеюсь, нет у него никакой бонус на атаке. Все, проиграл. До свидания, олух. Вот так сделаем. Я так и думал, ребята, заклинание. Если когда заклинание начинают часто применять, да еще с ботанкой, то это однозначно будет этот клоун. Скоробочки я называю. Поэтому всегда подготавливаемся, как говорится, к этому. Ну что, настала пора, ребятушки, бомбить за Великануса. Нам нужно выиграть 3 многопользовательских игры. А потом у нас еще и заморозка. Блин, ну Роза. Ненавижу Розу, ребят. Просто не могу ее терпеть. Какие-то волокна, но это от этой, от капусты, блин. Так. Явился, не запылился, да? Я вот просто думаю, он будет сейчас. Стоит ли мне выставлять? Наверное, не стоит пока. Превратить же его, да? А нахрен я его поставил? Что, ставить этого, что ли? Ага. Посмотрим. На хилах, значит, да, ты парень? Значит, он на хилах. Учтем. Да ж. Блин, реклама, не прикинь, ни с того ни с сего вдруг вылезла, блин. Что у него там может быть? Давай вот так вот сделаем. У него заклинашка же есть? Есть.
Ох ты. Не очень приятно. Что поделаешь. Стоит ли мне вот этого ставить? Ладно, поставим. Он сейчас, ребят, если сейчас хил сюда поставит. А, вот он что делает. ЗВКЮ, да, я записываю. Блин, знаете что, сейчас, сейчас же заморозит его, ребят. Или превратит в какую-нибудь сраньку. Все-таки замораживает. Или просто. Мы его можем ракетой бомбануть. Или сделать вот так. Ох, гад, а. Но здесь не забывай кровожадность. А, вон у него какой план. Так, надеюсь, сейчас что-нибудь путево выскочит мне здесь. Давай что-нибудь путевое. Это не очень путевый, ребят. Давай сделаю так вот. Я могу сейчас просто встать в блок. И тупо вот так вот постоять. Здесь у него могилоеда нету? Этого мы снесем. Этого мы снесем. Погнали. У него опять же блок, ребят, срабатывает. Он сейчас вот этого превращает в какого-нибудь хламона. Или вот этого. И все-таки этого. Такая себе перспективка, если честно. Посмотрим. Смотри, что творит. Ну что, ребят, я только так могу, наверное, сделать. Этого отсюда убрать. И... давай вот так вот сделаем. Минус один-один по земле. Вот плохо. Давай так.
У него должен быть еще один вот этот. Я больше уверен, ребята. Или хил, или... Ну, что-то должно быть у него. Угу. Вот об этом я и говорил. Сейчас опять блок, минус один-один по земле, да? Он сейчас сделает, ребят. И он этих уберет. И я проиграю. Знаешь почему? Потому что... Странно. Но 7 в лицо все равно прилетит. Мне нужно 8 единиц урона, да, нанести. Как мы можем это сделать? Хрен его знает, ребят. Заклинаний никаких сделать я, к сожалению, не смогу. А вот то, что он этого ставит. Кого он хочет влепить-то сюда, я даже не знаю, ребят. Только ландшафт не меняй. Так, ребят, смотри. Нам нужно 5 единиц урона нанести, да? Вот тем, что у нас есть. Сейчас хильнется еще гад, наверное, нет? Вот как мне это тут сделать? 3. И все, да? Мы проиграли. 4, а мне нужно 5. Ну, видишь, заклинание, ребят, не дает он мне сделать. По-нормальному, блин. А так, блин, одной единички урона, блин, не хватило, ребят. К сожалению, да. Если бы было бы... Да, вот этот вот мешает. Откидного у меня нету, ну, который выкидывает растения. И ландшафта не было. Был бы еще хотя бы один ландшафт. Буквально один ландшафтик, ребята, и все. Оу, да ты серьезно, что ли, блин? Это у меня еще та колода. Ё-моё, ребята, помните с этими... С луноходами? Я думаю, что за фигня, блин? Тьфу. Понятно, короче. Да. Ай, луноходы, блин. Так, я думаю, могилоедов у него нет, ребят, да? А если есть? Нету. Так, ну блок-то будет сегодня? Будет. Он, наверное, на ягодах, ребята. Ягодный микс, скорее всего. Угу. Точно ягодный микс. Или как он там, фруктовый микс называется. И опять, ребята, у него, блин, блок.
Ну, шампиньон. Так, ребят, следующим ходом мы что сделаем? Вот этого поставим. Все, успеем дожить. Не знаю, там, что он там хочет сейчас придумает. У него фруктовый микс должен быть. Нет, ребята, 5 из... Да, тут нам, скорее всего, кранты, ребят. Потому что 5, и тут 2. Пробьет он мне лицо, наверное, скорее всего. Да. До блока далеко, блин. В общем, ребят, колоду надо менять. Потому что эта колода старая, вот этот луноход, он мне нафиг не нужен здесь. Так что меняем. Что у нас тут вообще за... Вот этих вот не нужны они мне. Вот это, кстати, тоже мне не нужно. Пум-пум-пум-пум. Так, ракеты пускай остаются. Так, наверное, сделаем, попробуем. Опять же, ребята, в этой колоде, знаете, что я заметил, у меня нету ранней руки. То есть, чтобы я мог на ранней игре, ну, начать, по крайней мере, нормально. Слишком большие карты. Опять роза. Да, конечно, блин, ты, вот начинается твою... Нафиг мне вот этих, ты столько ландшафтов-то, ядрен, матрен. Сними дракономанию, блин. Ой, дракономания. Ее надо устанавливать, ребят, потому что... Потому что я уже объяснял, что эмуляторы навернулись. Блин, ну ты посмотри, у меня сейчас вот из ходовки только лишь... На третьем ходу я могу что-то поставить. Ландшафтов нафига столько вот этого всего барахла-то мне, блин, вот объясни. Да, ну, пожалуйста. Да, ты видео увидишь потом себя. Интересно, могилоед есть у него или нет? Дурак, а? Он, ребят, не ведется на провокацию, посмотри. Бобовые орехи, блин. Полетишь отсюда... Пулей, блин. Сейчас блок, да? Блин, опять бьем в... А! Смотри, сейчас бумс, а нет. А, у него фул рука, ребят.
Одну, ребята, выиграли игру, блин. Нужно еще две. Ну тут прям хорошо сработало. Я удивлен, ребята, что Роза так плохо сыграла. Не, возможно, карты ему не выпали. Да видео, ё-моё. Я не понимаю, в чем прикол? Я видео, я не видео. Ну, смотри, какая классная, в принципе, ребят, рука. Но опять же, это же... Ну, это еще раз 30 напиши мне. Это, ребята, очень хорошая рука. И если ее разыграть правильно... Блин, вообще топчик, смотри. Ну, он сейчас, наверное, примет свой этот... Ураганчик сметет его отсюда, да ведь? Но он поставил заморозку, ладно. Что, друзья, делаем? Этого ставим, да? Или этого? Давай, наверное, вот этого. Заодно посмотрим, сейчас могила... Ага, вон что делает. И пускай ставит его. Так, мы можем с тобой на воду же поставить, да, вот этого? Начинается. Hello, my friend, блин. Hello, my friend. Ну, бобовые наверняка. У него есть бобовые, ребята. Он сейчас будет их выставлять. Ну, эти вот. Hello. Hello. Дурик, а? Ах, ладно, поехали. Вот я водохлеб, ребят. Вот я водохлеб. Вот такую вот баклаху могу за раз выпить. Ну как за раз, я имею... За день. За раз. Че несет? Че несет, Рей, да, скажи? Блин, а опять же попадем в блок. Но этого... Кого будем? Этого? Не, вот этого выкидывать будем, да, наверное? Не, лучше вот этого, наверное. Да, вот этого выкинем. Так, и, наверное, вот сюда ландшафтик поставим. Сейчас блок сработает, блин. Сейчас, наверное, сюда... Примехонько залупит. Или ураганчик у него. Он что-то ничего не стал делать. Так это подозрительно выглядит все. Интересно, есть у него еще магический или нет, ребят? Как думаете, а? Ну, я имею в виду вот этот замораживальщик. Или нету? А этого выставил, я им даже не воспользовался, ребят. Ну, все. Еще что-то у тебя там есть. Наверное, сюда вот поставим. Этого будем ставить, друзья. Че опять? Hello. Две карты возьмет, а?
Две карты, ребят, возьмет. Ты, блин, серьезно сейчас? Ростков, наверное, набрал целую кучу, да? Да, конечно, ага. Может, сразу пятерной удар? Как лучше сделать, друзья мои? Переместить? Смысла перемещать нету. Нету смысла, ребят, перемещать. Слушай-ка, хорошо-то как нам выпало здесь, смотри. Прям божественно. Нет такого ощущения? А у меня почему-то есть. Ну, давай сделаю вот так вот. Это что ли сдует? Серьезно? Серьезно? Вот это вот сдует? Лети отсюда птичкой. Птичкой. Сейчас бусинка сюда бомбанет. Даже не стал там делать. Так, ребят, вторая игра. Еще одну. Еще одну осталось нам, чтобы выиграть. И все. И ежедневки за великануса будут выполнены. Как у меня локоть побаливает-то. Да опять роза, ну ёпрасоте, да достала эта роза, серьезно тебе говорю. Роза, ребята, достала. Начнем. Так, он его послал, ну, я не знаю, ребят, что там у него сейчас на уме. У него там либо заморозка, либо, я не знаю, либо еще что-нибудь. Давай так сделаем. Заморозка. Значит, я не стал правильно сюда ставить. А вот теперь можно уже будет ставить. Только не надо блоком убить. Ну это вот как называется, ребят? А минус два будет сделано здесь. А, ну превращает в охламон, но все равно. Ну, давай только на, за двоечку. Ну спасибо хоть на этом, блин. Гриб. Mm-hmm.
Нет, парень. Так, что он там хочет сейчас влепить? Мы даже в могиле не побываем. Я рассчитывал немножко на другое, если честно. Не на ту хилец, пожалуйста. Поехали. Блин, это надо было не сейчас делать. То есть у него хил есть сейчас или нет, а? Блин, есть, чувствую хил, ребят. Блин, мы же сейчас в блок ему... Мы в блок сейчас его звезданем. А, нет. Блин, сейчас этого превратит в какаху какую-нибудь. Надеюсь, здесь что-нибудь путевое превратится. Ты серьезно, блин? Ребят, ну ему крышка. Или крышка мне? Мне крышка, ребят. Почему вот этого он убьет, а потом этот добьет? К сожалению, вот так вот. Нам прилетит аж 4 в лицо. К сожалению. Звезда плешивая выпала. Кто ему ее дал, звезду, блин? Я не знаю, ребят, кто ему дал эту звезду, но она выпала. Так, продолжаем. У меня же, блин, давление поднялось, друзья мои. Ой, аж лицо загорело. Переживаю, нервничаю, блин. Звезда, откуда взялась звезда? Я не понял, вот. У него карт не было, чё он там... Непонятно, откуда он её, короче, взял, эту звезду, блин. Но он её откуда-то взял. Все равно, ребята, чё он тут сделал, я даже не знаю. Превращать его в кого-то я не хочу. Начинается, блин. Такой деловой, да, довольный такой, блин. Сейчас, ребят, посмотрим. Этот пускай там прокачивается, не знаю, что он там будет делать. Угу.
Заморозка? Так, посмотрим. Давай сюда, сюда. Ах ты, гад, туда. Отличная карта, ребята. Мы еще вот так себе сделаем. Только не бусина. А он такой спокойный, потому что... Потому что он уверен, что он здесь выиграет или что? Мне вот этого непонятно. Пенек ему не поможет здесь. От слова совсем. Наивный был, на тебе. Что сделаем-то? Ну что, бусину пускай выстреливает, ребят. А, он же уже потратил бусину. Заморозку у него. По-моему, тоже потратил ее. В общем, сдулся парень. Я так и понял. Я так и понял, что парнишка сдулся. Ужин на Рождество. Продукты к столу. Такие смс-ки, блин, приходят, да? Тупорылые. Ну что, друзья мои, мы наконец-то прошли задание за великануса. Кстати, я тебе скажу, намного быстрее прошли, чем, блин, за заморозга. Ну, хоть чем-нибудь порадуйте меня здесь. Так, мало карт.
Даже легендарочки не дали. Ну, ребят, я и, честно говоря, не рассчитывал с одного пака легендарки. Что за новости? Герои уже успели попробовать свои силы в ежедневном испытании. Чего вы ждете? Пора задать жару на газоне и исследовать мир ПВЗ-герои. Собирайте уникальные карты растений и зомби, создавайте колоды, развивайте навыки. Это, короче, для новеньких, ребята, кто только зашел в игру. Девойка, Диминус, Рейд Трек 2, Ред Кат, Шолс, Заргнус, Матвеюшка, Пупкин Васька и Салкромал. Салкромсал, точнее, вот так вот. Все, друзья мои, на сегодня я закругляюсь. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.